Ольга Бузова получила приглашение на Евровидение 2019. У Филиппа Киркорова состоялась премьера песни «Стеснение пропало». Публика впервые услышала новый хит от короля поп-сцены 30 апреля, в день рождения артиста. С тех пор популярность трека растет с каждым днем. Сегодня его оценила подруга Киркорова Ольга Бузова. Звезда «Дома-2» станцевала под хит Филиппа на пляже в Дубае, куда она приехала ради фестиваля «Жара». Ольга зажгла в крошечном купальнике, чем вдохновила Киркорова. «Вау! Это подарок на день рождения!» Пришел в восторг артист. Бузова подтвердила, что старалась специально для него. Певец, надо сказать, очень эмоционально прокомментировал видео Ольги. Киркоров признал, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на Евровидении 2019. Филипп считает, что она принесла бы ему и Сергею Лазареву удачу. «Моя девочка зажигает и опять без меня». Но не только стеснение пропало, но и совесть. Сейчас поменяю направление вылета, заберу с берега Персидского залива и на землю обетованную. Так, талисман успеха и удачи, пишет Филипп. Ольга была польщена таким вниманием. Напомним, что Евровидение в этом году проходит в Израиле. Сегодня Лазарев с Киркоровым прилетели в Тель-Авив. Сергей выступит с песней «Скрим» 16 мая во втором полуфинале под номером 13, а в ближайшие дни пройдет подготовка к конкурсу. Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья!